В Новочебоксарске прошли чемпионаты первенства Чувашии по художественной гимнастике. В пластике, изяществе и грации соревновались более 250 юных спортсменок. За мастерством молодых гимнасток наблюдала и наша съемочная группа. Эти девочки, несмотря на свой юный возраст, не понаслышке знают, насколько сложен путь к спортивным вершинам. С 3-4 лет они занимаются художественной гимнастикой. Обруч, булава, мяч и лента – их помощники. Мы художественной гимнастикой занимаемся уже не первый год. В течение 10 лет мы просматриваем детей. Мы следим за уровнем девочек, мы стараемся самых сильных, самых достойных выставлять на всероссийский уровень. Основной отбор на соревнования окружного и всероссийского этапа проводится на чемпионате и первенстве республики. Сюда, помимо юных гимнасток Чувашии, приехали и представители Московской, Ульяновской, Нижегородской областей и республик Татарстан и Мордовия. Конкуренция наших девчонок не пугает. Стать олимпийской чемпионкой. Я готова преодолевать все трудности и чемпионкой. Дарья Маслова пришла в этот спорт достаточно поздно, в 9 лет, сменив теннис на художественную гимнастику. Но планы у нее амбициозные. Я хочу попасть к Ирине Винер, а потом на Олимпийские игры. Школы художественной гимнастики начали появляться не только в Чебоксарах и Новочебоксарске, но и в Цивильске, Шумерле и Кугесях. В общей сложности сегодня этим видом спорта в республике занимаются около 400 девушек, которые ежедневно кропотливо оттачивают каждый элемент, преследуя высокие цели. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика.